Ежегодно из бюджета столицы Чувашии выделяются средства на благоустройство школьных территорий. В этом году удача улыбнулась школам номер 27 и 56. Как продвигается работа, в одной из них расскажет Юлия Важенина. 50 лет. Именно столько в следующем году исполнится столичной школе номер 27. И за все это время стадион впервые ждут изменения. Более 13 миллионов рублей выделено на ремонт футбольного поля и благоустройство территории. Эта тема наиболее актуальна, потому что у нас в преддверии чемпионата мира обращение именно к футбольной тематике стоит, скажем так, довольно-таки остро. И для детей, чтобы у них были возможности заняться именно футболом, не только на грунтовом поле, а действительно на профессиональной или полупрофессиональной площадке, создаются такие условия. Новое футбольное поле и беговая дорожка с искусственным покрытием, тротуары из брусчатки, малые архитектурные формы и скамейки. Все это к концу июня появится на территории школы. Сейчас здесь вовсю кипит работа. Конечно, пока территория вся в стройматериалах и пыли, но подрядчики уверяют, все будет красиво и аккуратно. Подъездные пути вот у нас очень проблематичные, конечно. Жители жалуются, но деваться некуда. Вот после себя мы как бы всю территорию, которую, где мы попортили, что все облагородим. На этой площадке вход будет открыт и жителям близлежащих домов, и, конечно, там будут заниматься сами школьники. Например, Данил Краснов очень ждет футбольное поле. Я здесь живу неподалеку. Это поле мне раньше не очень сильно нравилось, так как здесь было все сломано, футбольное поле было не очень хорошо, там везде всегда были лужи, так как много было дырок. Асфальт был не очень хороший, везде были какие-то кочки. Если здесь я построю новое футбольное поле, я со своими друзьями буду, наверное, очень рад, так как мы очень любим играть в футбол. Здесь уже планируется проводить соревнования по легкой атлетике. А на следующий год такие футбольные поля появятся и в других школах. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Борис Андреев, Республика.